вот такая красивая елочка. Высокая. Красивая. И вот такие сани. Барберина. Какая прелесть. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие любимые зрители. С вами Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. Сегодня я в Барберино, в аутлете, и хочу сделать съемочку у бренда Пучинелли. У них акция, если покупка двух позиций минус 15%, если покупка трех позиций минус 20% от цены аутлета. На первую линию сумочек эта акция не распространяется. А также все сумочки черного цвета тоже на эту промо-акцию не идут. Если вы будете делать заказ, в тот же день я буду делать запрос, какая окончательная цена, потому что я могу тоже сама запутаться, какая первая линия, а какая вторая. Есть позиции, которые идут на 30% скидки, и есть позиции, которые идут на 40% скидки. Я вам их покажу. Конечно же, прежде чем как вы начнете обзор, подписывайтесь в мою группу Telegram, потому что все, что я снимаю, я публикую сначала в мою группу Telegram, а потом уже на YouTube канал. Если вы хотите собрать посылочку, и чтобы я отправила в вашу страну, вам это будет удобно. Здравствуйте, мои дорогие! У бренда Cucinelli 15%, если вы покупаете две позиции, и 20%, если покупаете три позиции. Так, какие-то сумки не идут на эту промо-акцию. Это может быть первая линия. Я буду все уточнять в день вашего заказа, потому что я сама могу сейчас перепутать, какая коллекция не идет на эту промо-акцию. Так, вот эти сумки идут на 40% скидку. Вот эти вот сумочки. И 30% на вот эти сумки. Как и было, на них 30%, так и остается. Минус 30% от цены аутлета. Вот это считается прима-линия. Эти сумки не идут на промо-акцию, если покупка двух позиций минус 15%. Покупка трех позиций минус 20%. Не идут вот эти вот сумки. Это тоже не идет. Это считается прима-линия. Первая линия, не идут они на акцию. Черные сумки не идут, и потом эта первая линия тоже не идет на промо-акцию. Эти тоже сумочки не идут, только цены будут аутлетовские. Так, вот эти сумки тоже не идут на промо-акцию, только цена аутлета. Но цена аутлета тоже хорошая, вот смотрите, 149 евро, кожа зернистая, мягкая. Я буду все уточнять. Вот эти вот, например, тоже первая линия, это точно не идут. Эти тоже не идут на первую, на акцию. То есть это прима линия. Это тоже первая линия. Они не идут на эту акцию. 15% две покупки. В общем, я всегда буду все уточнять в день вашего заказа, потому что я же тоже могу ошибиться, правильно? Какая у них, где первая линия? Давайте я вот так вот сначала пройдусь, сделаю одно полноценное видео без цен, а потом пофотографирую вам по возможности, что успею. Если я не сфотографировала цену той или иной сумочки, вы меня можете всегда спросить, и я это тоже уточню. Во-первых, есть каталог, а во-вторых, у меня есть номер телефона WhatsApp, где я могу всегда спросить, какая стоимость на сегодняшний день и какая есть акция. Только нужно подождать, потому что аутлет отвечает только тогда, когда они свободны.
вот эти сумочки идут минус 30% скидку от цены аутлета. Я пофотографирую и вам покажу. Но вы имеете в виду, что вот с этой эмблемкой вот эти именно сумочки идут минус 30% скидки. Размер вот этот поменьше идет 159 евро минус 30%. И идет размер побольше. Вот я вижу вот такой цвет интересный. Он вот такого цвета, потому что там освещение и плохо видно. Также есть цвет вот такой, светло-коричневый. Давайте сразу скажу вам, какая цена, потому что это размер идет побольше. 209 евро и минус 30% скидка. И также есть темно-зеленого цвета. Темно-зеленый. Такой цвет хаки. На заднем плане темно-синий цвет. Шарфики 59 евро. €32 перчатки. €32 шарф. €35 шапочка. Точно такая же цена, так как модель точно такая же, как и зеленая. Кожаные перчатки. €75. €39 шапочка. €59 шарф.
Ну что ж, дорогие мои зрители, на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока. Подписывайтесь в мою группу Telegram и смотрите публикации в YouTube-канале, в мини-роликах Shorts называется, минутные видео, потому что туда у меня получается опубликовывать побыстрее, чем на YouTube-канал.